В преддверии субботников городской округ Люберцы получил новую коммунальную технику. Такой подарок преподнесли в рамках государственной программы Министерства ЖКХ Московской области. Подробности в сюжете моих коллег. 10 тракторов пополнили арсенал Объединенного комбината благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Это предприятие обслуживает территорию всего городского округа. В зоне его ответственности общественные пространства, дороги и тротуары. Теперь эта техника будет задействована в работах в любое время года. Это МТЗ-82. Оно полностью оснащено всем навесным оборудованием. То есть это отвалы, щетки, бочки, фрезы для фрезеровки асфальтов. Пескоразбрасыватели для обработки тротуарной сети в зимний период. Дополнительно они оснащены бочкой. Бочка для воды. То есть, соответственно, это будет проливка тротуаров и подметание. То есть удаление смета, той грязи, которая накопилась за период зимы. В копилке спецтехники еще одна автовышка. Длина стрелы 32 метра. Она также может работать как в зимние, так и весенне-летние периоды. Во время морозов с помощью нее будут сбивать сосульки. А сейчас техника поможет спиливать аварийные деревья и обслуживать системы освещения. Ключи от новых тракторов и автовышки водителям вручил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Ключи вручаются водителю. Оптику вот поставили новую. Пары в кабине маленечко чуть другое сделали. А так в основном без изменений. Нравится. Вот все удобно, все хорошо. Сразу после вручения ключей техника разъехалась выполнять свою работу. Всего на балансе Объединенного комбината благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства 31 трактор. Луиза Эгиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.